А где соседи вообще? То есть тут я горами защищен, тут что-то никого нету, что мне прям расселяться, что ли, теперь? Тут, извините, слоны и свиньи. Акуна Матата, Тимон и Пумба практически. Так, хочу рабочего. Спасибо. Блин, леса горят. Сейчас я тоже зайду в лес и сгорю. Что-то у них мало армии. Только уинка большая. Они тут не воюют? А, ну да, Кхмер с кем-то уже воюет. Блин, три лисы и слоны. Что это такое? А какой у меня старт? Вообще, легально? Выглядит как нелегально. Что-то так хочется повоевать с Кахоки. При этом так жалко, как бы два посла. Два посла, два конца. Посередине Мапучи. Я еще никакие способности Мапучи не использовал, потому что нету соседей с Золотым веком, чтобы с ними воевать. Соответственно, города не захватывал, поэтому губернаторы не получают тройного бонуса от своих способностей, там, процент к культуре и к производству. Ну а все остальное... А вот Чимамуль, кстати, можно попробовать, я вроде его открыл. Раз на тебя нападают, надо катапульту строить. В любой непонятной ситуации строй катапульту. Может, сейчас... Да не хочу. Она немного наносит урона рукопашным юнитам. Ну, вообще любым юнитам, тем более раненая полностью. Спряталась в город. Ну, кстати, добавила две силы городу, получается. Тоже не очень. Блин, что-то такое непреодолимое желание к Кхмеру войну объявить. Я ж буду плюс 10 против него иметь. Кхмеру уже стоит. Что за блажь? Катапульты строить, я не пойму. Захвачено. Еще и с рабочим. Причем рабочий вообще со всеми тремя ученичество ускорили. Это благодаря шахтам. Блин, а может вот так в Уильямапу отправить? Как раз куча дороги пройдет. Не Уильямапу, а как ее? Подождите, а почему у меня два одинаковых названия города? Что? Как это вообще? Два одинаковых названия города. Уильямапу. Ну, придется переименовывать. И кампус, наверное, в Нгулу. Плюс 4. Все-таки надо как-то по науке догонять. Так, у нас хватает времени захватить этот город. Куча всего ускорили благодаря этому. Просто посмотрите, за счет чуда, за счет районов, за счет ферм. И ап в латники. Да, кстати, вот то, что латников они сделали, это очень в тему. Потому что, помните, как раньше было до патча, когда не было латников? То следующий это только мушкетеры. И получается, я мечниками... Вот сейчас бы у Кхмера тоже были мечники, и я ничего бы не мог сделать просто. Так, у Кхмера два города осталось. Да. И как ни странно, опять же, это все благодаря тому, что я Кахокию захватил. Я еще размышлял, стоит ли мне Кахокию брать. А это реально правильным решением, потому что тут... Я просто думал, что здесь вот так горы идут. А тут мало того, что не горы, так еще и дорога оказалась, которая позволила очень быстро к Вимаяпуре пройти. И, собственно, это все захватить дальше. Стоим пока арбалетами, нету смысла выдвигаться, чтобы обстрелять. Я как еще раз говорю, если вы не можете город в осаду взять, то лучше подождать и мощный удар единоразово нанести. Так, напоследок прокачаем арбалетики. Так, тут, по-моему, есть хитпоинт. Если у города нету хитпоинтов, то обстреливая его, юнит не получит опыт. А так, видите, он получил опыт. Все, минус Кхмер. Поражение — это урок смирения. Я буду молиться, чтобы вы тоже усвоили этот урок. Типа, чтобы я тоже потерпел поражение. Но, честно говоря, он потерпел поражение, просто не построив стены и слив в начале где-то всю армию о кого-то. Ну, о Нидерланды, видимо. Кстати, Анкарват ко мне присоединился. Я такое ощущение, что сейчас Анкарват японец захватит. Следовать Бусидо, значит тренировать тело, создание и душу.
Но где вашему народу этим заняться? Я сейчас тебе потренирую бусидо. Компьютер знает какие-то читы, что если вокруг развлекательного комплекса куча ферм, да, это такая сельская ярмарка, короче, тут у нас. Ну, хоть научили юнитами не нападать, когда в осаде сидишь. И то хлеб, то есть он, видите, этого латника не ломает. Потому что он, напав, он снижает силу самого города тоже. Потому что сила зависит от силы юнита, а сила юнита в том числе зависит и от количества его хитпоинтов. Куда он его хочет сунуть? Ах ты, тварина японская, куда ты хочешь туда сунуть? Может, с Японией повоевать еще заодно? Охреневший полностью. Ну что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 городов. По-моему, я уже крут. По-моему, вообще вот эта мапуческая империя на побережье Панталаса, океана Панталаса, выглядит очень мощно. Я не могу уважать правителя без чувства собственного достоинства. Все, пусть все об этом знают. Ты вообще видел меня? Тут я индеец полуголый. О, с топором каменным. Еда, еда, еда. Иди ко мне сюда. Неприятность эту мы переживем. Так, шахта. Шахта. Шахта? Так, что я обещал... В смысле нарушено? Он мне войну объявил. Ну, серьезно. То есть, уже два хода война, и игра говорит, вы нарушили обещание не держать на границе войска. А я должен был отвезти, пока он меня воюет, да? Я же обещал не держать на границе войска. Не важно, что меня атакуют. Главное, обещал. Ну, я его уничтожу. Смысл мне его оставлять. Закончу, наконец, русскому продавать сахар ни за что практически. О, свинину можем вот так поторговать. Мапучи наконец-то вышли в золотой век. Они работали и в древнем мире, и в античности, и в средневековье. Чтобы этого достичь, и, наконец, возрождение, золотой век мапучской цивилизации. И никого более, обратите внимание, всех, кого мы встретили. Сейчас я хочу с японцем мир заключить, он мне уже предлагал, но сначала по максимуму ему войска поубиваю, чтобы ему жизнь медом не казалась. А то ему, мне кажется, кажется жизнь медом, а она не мед, она страдание. Гифу отвалился. Блин, Гифу отвалился и убил меня. Фак. Ну, давайте, кстати... Попробуем теперь захватить, но то, что он мне убил арбалетчика прокачанного, это фейл. Инки осудили Россию. Согласен. Убивают там немцев русские. Выселяют из Кёнигсбергской области, чтобы в Калининград переименовать. Будь здорова. О, шоколадные холмы открыл. Тут шоколадный король, короче. Короче, Александр Македонский в шоколаде тут. Давайте смотреть. И Гильгамеш еще здесь у нас. Красивый качок. 195 науки, ничего себе. Лоха. Не лоха, а Леха. Лоха. Или может он алоха хотел сказать? Или видали мы лоха, а тут не влезло. Блин, это я, кстати, зря... Убиваю юниты, потому что это на лояльность влияет. И он быстрее опять к японцу присоединится. Все рабочие на работе. Молодцы, хвалю. Соединиться. Так, что с углем? Прям город на угле? Нет, шахта на угле уже есть. Раз. Еще одна шахта прямо на угле. Два. И третья шахта. Ну, это я хорошо заглянул, конечно. Вот тут у нас будет рурочка. Догорела, да, курочка. Рурочка. Обрабатываем леса. Скачем по долам и весим. Открываем территории. Обращаем города. И исследуем мир. И надо бы, конечно, юнитов поднастроить. Ну, для корпусов. Чисто для корпусов. Нет!
тварь какая-то рурку угнала, я два инженера потратил, ну, инженера крутого потратил и убрал пшеницу ради этого. Ну, блин! Кто? Кто? Гильгамеш, блин, я ему даже отомстить не смогу. Фак. Слушайте, а почему я здесь поставил производственную площадь вместо этого места? Тут было бы плюс 4, а тут плюс 2. Вам не кажется, что кто-то тупанул? Подрыв плотины. Я хочу ему тут плотину подорвать. Просто, мне просто нравится подрывать плотины. Не буду врать. Вот непреодолимое желание подрывать. Это как подрывать пуканы практически. Да ладно, еще и Тадж-Махал угнали. Да вы прикалываетесь. Ну это какой-то мрак уже. Дайте чудо. Мне просто жалко, что я потратил на это великого человека. Вам не хватает достоинства, чести, набожности. Ничего не хватает. Зато вот эти дяденьки очень красивые. Потом собрание производства дополнительно, да? Ну, давайте, храм. В русских городах надо храмы строить, видите? Россия для верующих. Гамбург, Ахен. То есть вот тут раньше жили немцы. Теперь здесь Калининградская область, Берлин. А, ну в любом случае нам еще крабов обработать. Оказывается, без крабов город. Как они жили без крабовых палочек все это время? Это же мапучский деликатес. А, блин, там немец мне ломает. Ну-ка. Охреневший хомяк. Ломает гавань свою же. Сам строил, сам ломает. Ваши инженеры и архитекторы были бы счастливее там, где у них была бы возможность расти. Например, в Бразилии. А что там, вы их как-то кормите по-особенному, что они у вас расти будут? Ласкарина Бабулина, мой любимый флотоводец. По стандартной скорости компьютеры реально друг друга уничтожают, потому что, напоминаю, Нидерланды... Я даже не встретил их, как они были уничтожены. А тут он... Захваты всякие происходят. 1350 год, да? Самолеты мапуче захватили Санкт-Петербург. Все как в истории. Реальная история повторяется. Не, ну, совместная война с боливаром, извини. Нет. А вот кофе и какао я бы у тебя взял. Как вообще мапучи без кофе воюют? И вообще вялые-вялые с утра такие. Потом, конечно, может, когда понюхают напалма. Там никто вообще в космопорт это не строит уже. В ракетостроении Боливар. Гильгамеш. И Вавилон, слушайте. Жизнь прожить, не поле перейти. Какая глубокая мысль. Запишите ее себе в блокнотик карандашом обязательно. России больше нет. И вот на этом радостном событии я серию закончу. Колониальная война. Вот так давайте. И он нам что-нибудь заплатит, я думаю. Одну монетку. Ну и нормально. Почему нет? Так, уже и Гильгамеш вторую делает, и Почекуток с Боливаром первую. А я даже только этим ходом начал. Черт. А как они так, у меня 1100 науки, они уже так улетают. Так, гора Рарайма у Колумбии. А, вот почему Колумбия. Так, подожди. Смотрите, как гора Рарайма расположена. Вы видели такое хоть раз? То есть она тупо просто никаких бонусов не дает на самом деле. Просто вокруг нее... Нифига себе. Где самолеты? Вот в нескольких патчах рассказывали Фираксе, что они научили компьютер пользоваться самолетами. Где? Сложность должна быть в стратегической игре, как мне кажется. Именно из-за действий компьютера. Я не говорю о том, что он должен прям нагибать тактически, да? Но вы же видите, вот я захватываю... Русского, у него не обработаны ресурсы. Сейчас компьютер, например, зачем-то читает проекты на
просьбы о помощи, хотя он не может дипломатически победить, и ему эти бонусы, которые он получит за итог этой просьбы о помощи, вообще ничего не дадут. Дело даже не в том, что он там плохо действует, он действует неадекватно. И последняя ядерка, пока мы не улетели. Так, куда нам тут красиво ее запупырить? Ну вот сюда. Тут Куска накроет, космопорт накроет, универ. Потому что нефиг осуждать, когда мы друзья всю игру. Красота. Ну что ж, в этот раз, по-моему, с клипами получилось неплохо. 68 клипов вы сделали. Я аж задолбался их все собирать в одно видео. 17 минут получилось. Вот это вот действительно короткое содержание партии. И, по-моему, получилось неплохо. Опять же, комментируйте, расскажите, стоит ли в дальнейшем подобное делать. Это точно выглядит лучше, чем первый блин со Вьетнамом. Ну, это, опять же, благодаря вам. Я даже не буду всех благодарить, кто участвовал, потому что очень много человек делали, опять же, повторю, 68 клипов. Даже некоторые я еще, ну, там, совсем коротенькие такие, в которых было непонятно, что происходит, не взял. Спасибо, спасибо. Прокомментируйте, как вам подобный формат. Вот теперь это то, что я действительно изначально и задумывал, и надеялся, что будет делаться. Его, может, видите, можно рекламировать весь FFA сериал, например, или вот игры на божестве. Но на этом все. Вот тут где-то, вот с этой стороны, кажется, где-то должны ссылочки выплыть, куда можно заглянуть. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик где-то там и подписаться, если вы еще нет. И играйте в умные игры. Всем пока!